Вот это, вот это да! Вот это ничего себе! Ну, я думаю, что многие уже узнали. У нас в гостях Funny Foxes Kids, а также руководитель детской группы поддержки баскетбольного клуба УГМК Funny Foxes Kids, или как бы описали это выступление на всем известном китайском сайте. Так. Золото. Золото. Лисичка. Красота. Носочек белый. Тянется хорошо. Улыбака неимоверная. Неимоверная. Браво! Спасибо Браво, вам большое, девчонки. Вы потрясающие, но у нас в гостях. Мы переходим к Елене Юровских, руководитель детской группы поддержки баскетбольного клуба. Елена, доброе утро! Доброе утро. Ну как настроение ваше? Как добрались сегодня? Все отлично, все хорошо. Начинаем день с танцев, и это не может не радовать. Я так понимаю, судя по этим шикарным шпагатам, девочки успели уже разогреться и проснуться. Это 100%. Расскажите, группа поддержки, чем она вообще занимается? Что входит в задачу? Значит, Funny Foxes Kids, мы танцевальная группа поддержки баскетбольного клуба УГМК. Мы поддерживаем наш клуб. Но помимо баскетбольных матчей мы посещаем площадки города Екатеринбурга и радуем зрителей своими танцами. Значит, у нас две группы, младшая группа и старшая группа. В планах набрать еще деток помладше, от 6 до 7 лет, поэтому в скором времени у нас стартует кастинг. А как попасть? Что? Какие требования? Вообще основные требования для того, чтобы попасть к нам, это возраст от 6 до 12 лет и, конечно же, огромное желание быть частью команды. Приветствуется танцевальный опыт, но если есть огромное желание танцевать вместе с нами, работать, посещать тренировки три раза в неделю, поэтому мы можем рассмотреть дальнейшую совместную работу. Благодаря такой группе поддержки стали ли спортсмены лучше играть и выигрывать? Я думаю, что да, потому что очень важна поддержка зрителей, особенно в таком амплуа, когда мы уходим танцевать и поддерживаем наших спортсменов. Да. Ну хорошо, руководитель, конечно, может говорить все, что угодно, ну, да, а я пошел знакомиться с девочками. Отправляйся. Итак, ой, так. Как тебе повезло, Кирилл, ты просто Разрешите полюбуйся. Я сюда протиснусь? Доброе утро. Как зовут? Маша. Маша, расскажи, тебе нравится быть частью команды? Да. Чувствуешь ли ты рядом плечо, поддержку? Да. Так, хорошо. Как зовут? Кира. Кира, разумеется, я прям как знал. Ну да. Кир, расскажи, а ты знаешь какие-нибудь кричалки или ты только в танцах поддерживаешь? Ну, я знаю. Так, ну, пожалуйста, можно рассказать, если она приличная, разумеется? Funny Foxes Kids, ура! Вот это ничего себе! А мне вот интересно узнать, кто на шпагат садился из наших девчонок? Вообще-то все, если что. А, да? Все же умеют на шпагат садиться. А в конце вот это фееричное шпагат, кто был из вас? Ну-ка, сейчас, подождите. Вот возвышал. Я... А, ты хочешь попробовать? Нет, я хочу отойти, чтобы меня не зацепило. Покажите, что за в конце у вас мизансценка была красивая. А, нет, и подожди, еще. Давайте показывать мы не будем, просто поднимите руку, кто это делал. Да, кто был кто финальным был наверху? Шпагатом, наверху, кто был наверху возвышался. Как зовут тебя? Варя. Варечка, расскажи, сложно? Это страшно вообще, нет? Вообще не страшно и не сложно. Вот видишь, Аня, я тебе что говорил про... Давай попробуем, а она говорит, нет, не будем. Ну что, спасибо вам большое, девочки, вы потрясающие, вы невероятные. Отлично. Замечательно, сразу же захотелось присоединиться к девочкам, но возраст, конечно же, дает о себе знать. Вы, уважаемые телезрители, кто из родителей хочет отдать своего ребенка вот в такую замечательную группу поддержки, обязательно это сделать. Потому что, во-первых, Елена, что тренируется? Выносливость. Что еще? Дисциплина, думаю, дисциплина, конечно. И помимо танцевального опыта у девочек вырабатывается сообразительность, коммуникабельность. Потому что работать на площадке, где 5000 человек, ну, сможет не каждый ребенок. Поэтому конечно. Мы готовим к этому деток. Ну и, конечно, такая вещь, как харизма, тоже развивается. Но посмотрите на них. Улыбчивые, все интересные, все очень харизматичные. Красотки невероятные. Ну, а вы часто выезжаете на какие-то соревнования? Вот... Соревнований мы пока не посещаем. Мы посещаем баскетбольные матчи. Примерно раз-два в месяц мы выступаем. То есть у нас младший состав есть и старший состав. Ну и по заявкам руководства. То есть ориентировочно это так. И раз в месяц примерно на площадках города Екатеринбург. Подождите, 5000 зрителей? Да. Девчонки, кивните. Нравится, когда на вас смотрят?
Нравится, нравится. Хорошо. Кивните, нравится садиться на шпагаты? Кивните, любите манную кашу? Ну что ж, позиция ясна, позиция понятна. Ну, конечно, манные каши все-таки... Ну, когда их еще с комочками. Хотя без маслица, наверное, можно. Ну, нужно же держать себя в форме, чтобы делать такие пируэты. А вот, кстати, да, какой рацион? Рацион питания? У девочек соблюдается ли? Все очень индивидуально. Конечно, сейчас мы посмотрим. Но мы следим за фигурой девочек и исключаем мучное и сладкое, для того, чтобы быть всегда в танцевальной форме. То есть это все не мифы, правда? Вот, ну, ни булочек, ничего. Поэтому... И сразу так улыбки. Поэтому хорошо, Аня, что ты свой пирожок спрятала куда-то туда. Да, потому что если бы девчонку увидели, они бы его съели. Слюной бы, конечно, тут подавились. Так, Елена, а у меня, знаете, еще какой вопрос? Бытует мнение, что тренеры и руководители, они вот умеют только управлять. А вы умеете ли какие-то пируэты и спортивные упражнения показывать? Показывать умею. Да, но не буду. А можете нам показать этот пируэт? Да. Я, конечно, сама не буду пробовать, ну а вы, если что. Но в целом, разумеется, у вас тоже да, подготовка конечно. Есть. Не просто так все это создавалось, потому что я была тоже участницей группы поддержки УГМК взрослой. И как-то пришла идея нам сделать детскую группу поддержки, поэтому я перешла уже в статус руководителя. Ну, это здорово. Удивительная история становления, когда уже ученица становится самой, самим тренером. Вот, да. А может быть, девочки, а вы бы хотели быть руководителем? Да, и через 30 лет сменить Елену на ее посту. Друзья, у нас в гостях была детская группа поддержки Funny Foxes Kids, а также руководитель Анна Юровских. Спасибо большое. Ну а мы, конечно же, продолжаем. И впереди у нас увлекательнейшая выставка-ярмарка. Внимание, да. Дальше загибай пальцы. Спектакль пожалуйста. Или концерт филармонии. Все, что хочешь на любой вкус из рубрики «Культобзор» мы сейчас узнаем.